Хабаровске выявили самую красивую студентку из Якутии. Там прошел конкурс красоты «Мисс студенчества Дальний Восток». За право надеть корону победительницы боролись 7 представительниц из Якутска, Хабаровска, Владивостока и Нерюнгри. Кто же в конечном итоге одел корону, знает Стас Михайлов. За кулисами идут последние приготовления к конкурсу. Кто-то учит текст для выступления, другие завершают макияж и поправляют костюмы. На основную подготовку у участниц было меньше недели. Некоторые девушки специально приехали из других городов для того, чтобы поучаствовать в мероприятии. 17-го недели, и вот до сегодняшнего дня готовились. Ну, постоянные репетиции были. Сама я готовилась, вот, костюмы и так далее. Как признаются студентки, из 6 этапов конкурса у каждой есть свои сложности. Для кого-то это умение совладать с эмоциями, показав себя в конкурсе талантов, а для кого-то побороть смущение в выходе в купальниках. Но при этом настрой у всех боевой. При вопросе о целях участия в различных конкурсах красоты девушки обычно теряются. Расставить точки над «и» помогла в своем комедийном выступлении одна из участниц. Ежегодный конкурс студенческой красоты в этом году организаторам удалось вывести на новый уровень. Площадкой был выбран один из лучших ночных клубов города, а количество спонсоров насчитывает более 40. Мы в этом году сделали такой состав организаторов, то что они очень сильные и все справились на ура просто. По итогам 6 этапов места распределились следующим образом. Второй вице-мисс стала Людмила Блинникова, первая вице-мисс Валентина Игнатьева, а обладательницей титула «Мисс студенчества Саха Дальний Восток» и путевки в Таиланд стала Екатерина Сизых. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.